Прежде чем мы перейдем к финалу, я хотел бы, чтобы вы рассказали, вот про, что, что вы принесли, потому что я вижу, что это не российская газета. Это, да, это не российская газета. Вот, нет, вот если российская, да. Я просто специально захватил, не знаю. Это по Крыму, мы завели разговор о Крыме. Да. Это воссоединение. 18 марта было известно событие, когда пригласили известных деятелей из Крыма, и произошло то самое историческое событие. А 19-го мы еще не имеем ни филиала, никакого договора с типографией и так далее. Мы вот, включая все эти документы, которые здесь есть, мы напечатали тиражом около 5000, и добровольцы распространяли нашу газету на улицах. Что касается этого, тоже история вот РБК, еще, о которой я говорил, но я захватил только потому, чтобы вот та блокада, показать, что та блокада информационная, которая сегодня оказалось все, что происходило в Крыму, что происходит на Украине, продолжает сейчас эта блокада. Вот с помощью этих приложений мы сумели в значительной степени... Это ваше приложение? Да, да, это наше приложение, издающееся в 23 странах, в 30 изданиях. Мы, по сути дела, купили билет в эти издания и входим в их аудиторию. Мы сами не создаем аудиторию, а входим в качественную аудиторию. Так вот, ну, трудно себе представить, чтобы какое-либо западное издание само по собственной воле взяло бы и напечатало разворот о Крыме с рассказом о его истории и так далее. Это Daily Telegraph, это Washington Post. И, то есть весь тираж Washington Post в, да, в день, да, вот, да, эти имеет вот эти наши, наши вложения. И вот что любопытное я хотел бы сказать, что в это сложное время практически ни один партнер наш западный не изменил вот этому духу, формату сотрудничества с российской газетой. Мы это рассматриваем как серьезную, это же бизнес, проверку. Поэтому... Это и бизнес, но в то же время это и риск для них какой-то, потому что это подчас входит в противоречие, или чаще входит в противоречие с их редакционной политикой. Ну, вообще, в принципе, это большое дело, потому что, я, насколько понимаю, в формировании имиджа России за рубежом вы вносите свою лепту. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».